Наша галактика Млечный Путь состоит из тысячи миллиардов звезд, и наше Солнце – одна из них. Оно находится на расстоянии 2/3 расстояния от центра этой огромной звездной спирали. Солнце образовалось 4,5 миллиарда лет назад из огромного клубящегося облака пыли и газа. И из этого же облака родились планеты нашей Солнечной системы. Солнце находится в центре системы из 9 планет, вращающихся по своим орбитам так же, как они вращаются вокруг Солнца. Это Меркурий, Венера, Земля, Марс. Это внутренние планеты, небольшие скалистые тела в космосе. Чтобы показать внешние планеты, нам придется изменить масштаб нашей диаграммы. Если мы сделаем эту область областью, в которой вращаются внутренние планеты, то вот здесь будут показаны орбиты Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна, гигантов Солнечной системы. Эти планеты вместе с Плутоном, маленькой планетой, больше похожей по размерам на Землю, составляют внешние планеты. Всего нашу Солнечную систему образуют 9 планет. На протяжении тысячелетий эти планеты наблюдались с Земли как блуждающие световые точки среди звезд. А затем изобретение телескопа открыло совершенно новую эру астрономии. Планеты можно было рассматривать как объекты в космосе. С изобретением фотографии изображения, видимые в телескоп, можно было постоянно записывать на пленку. Поверхности планет можно было тщательно изучать с помощью фотоснимков и кинофильмов. Были разработаны приборы, которые могли бы дать нам информацию, недоступную нашим глазам. Спектроскоп преобразовал солнечный свет, отраженный от планет, в спектр, который позволил астрономам идентифицировать некоторые газы, содержащиеся в атмосферах планет. Фотоэлементы и тепловые пары позволили определить температуру поверхности планеты и ее атмосферы. Радио и радиолокационная астрономия открыли совершенно новые области исследования планет. А затем, благодаря нашим самым последним достижениям, астрономические приборы больше не должны были оставаться на Земле. Теперь мы могли бы посылать наши приборы на сами планеты. Планетарные зонды изменили наши знания об этой Солнечной системе. Меркурий, самый близкий к Солнцу, имеет примерно половину диаметра Земли и примерно треть расстояния от Солнца. Он совершает один оборот вокруг Солнца каждые 88 дней. Когда-то мы думали, что Меркурий обращен к Солнцу одной и той же стороной и вращается один раз за каждый оборот, как наша Луна. Но радиолокационные исследования показали, что он совершает один оборот всего за 2/3 оборота. В марте 1974 года планетарный зонд Mariner 10 отправил обратно первый снимок поверхности Меркурия крупным планом. Теперь мы знаем, что Меркурий подвергся той же космической бомбардировке, что и наша Луна. Его поверхность полностью покрыта кратерами и лавовыми равнинами, образовавшимися в результате столкновений с большими и малыми телами. На этой планете почти так же безвоздушно, как и на нашей Луне. При солнечном свете температура поверхности Меркурия поднимается более чем до 700 градусов по Фаренгейту, а ночью опускается примерно до минус 300 градусов. Приборы на борту Маринера 10 показали, что при движении Меркурия в космосе он создает ударную волну, отклоняя солнечный ветер. Частицы высокой энергии, испускаемые, клянусь, Солнцем. Это можно было объяснить только магнитным полем, что стало неожиданностью для астрономов. Магнитное поле обычно возникает в результате вращения планеты.
Меркурий вращается так медленно, что астрономы никак не ожидали, что у Меркурия оно есть. Но оно действительно есть, хотя и очень слабое. Между Меркурием и Землей находится вторая из внутренних планет, Венера, примерно такого же размера, как Земля, и примерно на 0,7 удаленная от Солнца. Венеру мы видим либо на западе сразу после захода Солнца, либо на востоке непосредственно перед восходом Солнца. С Земли Венера выглядит ярче любой звезды на небе. Причина, по которой она кажется такой яркой, связана с тем, почему мы никогда не могли разглядеть ее поверхность в телескоп. Она покрыта плотными облаками, которые отражают солнечный свет. Облака состоят не из воды, как земные облака, а из капель серной кислоты. Облака Венеры вращаются вместе с планетой. Мы можем видеть это на замедленной съемке. Венера совершает оборот один раз в 243 дня. Она обращается вокруг Солнца один раз в 225 дней. Ее сутки длиннее, чем год. Радиолокационные исследования Венеры с орбитального космического корабля дали нам большую часть нашей информации о поверхности планеты. Поверхность Венеры, как правило, гладкая. Геологические процессы, которые приводят к образованию гор на Земле, по-видимому, не действуют на Венере. К тому же, как и Меркурий, она обладает очень слабым магнитным полем. В то время как облака Венеры содержат много серной кислоты, ее атмосфера состоит почти из чистого углекислого газа, который задерживает солнечное тепло. Это привело к безудержному парниковому эффекту на планете. Температура на ее поверхности выше точки плавления свинца. Атмосфера здесь тоже горячая и тяжелая. Давление воздуха на ее поверхности в 90 раз выше, чем на Земле. Когда-то мы считали Венеру и Землю планетами-близнецами, но теперь это не так. Примерно в 150 миллионов километрах от Солнца, примерно в 93 миллионах миль, находится третья планета Солнечной системы — Земля. Земля — единственная планета, на которой есть жизнь, поддерживаемая ее атмосферой, богатой кислородом и ее магнитным полем, которая защищает живые существа от опасных высокоэнергетических солнечных лучей — радиация. У Земли есть один естественный спутник — Луна, которая в диаметре на 1/4 больше Земли. Каждая планета, находящаяся дальше от Солнца, получает все меньше солнечной энергии. Марс находится примерно в 1,5 раза дальше от Солнца, чем Земля. Марс примерно вдвое меньше Земли в диаметре. Он совершает оборот вокруг Солнца примерно раз в 2 года. Марс больше похож на Землю, чем любая другая планета. Космические зонды Викинг и Маринер, отправленные на Марс, дали нам более полное представление об этой планете. Марс совершает оборот один раз примерно за 24,5 часа, очень похожий на земной. Но в отличие от Земли, его атмосфера состоит в основном из углекислого газа и очень разрежена. Давление воздуха на Марсе составляет 1/100 давления на уровне моря на Земле. Но на поверхности Марса нет ни морей, ни какой-либо другой воды. И все же есть признаки того, что когда-то там могла протекать вода. Здесь есть широкие каналы, которые выглядят так, словно их вычерпали великие реки. Поверхность Земли также покрыта метеоритными кратерами. Разреженная атмосфера Марса не обеспечивает достаточной защиты от метеоритов. Но не все кратеры на Марсе образовались в результате столкновений метеоритов. Некоторые из них являются кратерами вулканов. На Марсе находится самая большая система вулканов из всех планет Солнечной системы. Самый большой из них в 3 раза выше горы Эверест, самой высокой горы Земли. На Марсе есть полярные ледяные шапки, такие же, как на Земле, но в основном они состоят из твердого углекислого газа. В течение лета в каждом полушарии часть этого льда испаряется в атмосферу. Под ним залегает водяной лед, который остается на Северном полюсе в течение всего года. Высадка на Марс дала нам более конкретную информацию о его поверхности.
Ее поверхность покрыта ржаво-красными камнями, песком и большим количеством пыли. Приборы, установленные на спускаемом аппарате, проанализировали марсианский грунт. Он был образован в основном в результате извержения вулканов. Приборы искали какие-либо признаки жизни на Марсе, даже на микроскопическом уровне, но никакой жизни обнаружено не было. И все же жизнь может существовать на Марсе, даже несмотря на то, что это очень холодное место. Даже в жаркий день температура может достигать всего 13 градусов по Фаренгейту. Это всего лишь 25 градусов по Цельсию. И в ту же ночь температура может опуститься почти до 130 градусов ниже нуля по Фаренгейту, а прямо на экваторе до 90 градусов ниже нуля по Цельсию. Пыльные бури по всей планете — это еще одна часть экстремальных условий на Марсе. Большие перепады температур в двух близлежащих районах могут вызвать локальные пыльные бури. Они могут стать еще более масштабными по мере того, как частицы пыли в воздухе нагреваются и порождают сильные ветры, которые могут полностью разнести пыль по всей планете за несколько дней. Зонды Марса также дали нам наши первые снимки крупным планом двух его крошечных лун. Обе они имеют яйцевидную форму. Фобус, внутренняя луна, находится примерно в 10 километрах от Марса, примерно в 5,5 милях. Его длина составляет около 17 миль, ширина 12 миль. Димус примерно в 3 раза дальше от Марса и примерно вдвое меньше внутренней луны. Астрономы подозревают, что обе луны могли быть астероидами, захваченными гравитацией Марса. Марс — это последняя из внутренних планет планеты. Пятая планета, первая из внешних планет, находится более чем в 5 раз дальше от Солнца, чем Земля. Это Юпитер, самая большая планета в Солнечной системе. Она совершает оборот вокруг Солнца примерно раз в 12 лет. Диаметр Юпитера в 10 раз больше диаметра Земли. Его объем в 1000 раз больше. На самом деле объем Юпитера больше объема всех остальных планет Солнечной системы вместе взятых. Недавние исследования, проведенные с помощью космических зондов, дали нам огромное количество новой информации о Юпитере. Юпитер представляет собой огромный шар, состоящий из газа и жидкости, в основном из водорода и гелия. Он совершает оборот примерно раз в 10 часов. Его скорость помогает создавать темные и светлые полосы облаков, которые окружают планету. Ветры и области, расположенные рядом друг с другом, дуют в противоположных направлениях. Эти ветры закручивают облака в узоры, которые выглядят как яркие пятна на вершинах облаков. Самое большое из них — большое красное пятно. Это похоже на огромный водоворот. Это пятно находится там уже сотни лет. В этом регионе материалы, по-видимому, вытягиваются вверх из глубины облаков, а затем стекают обратно вниз по краям пятна. При проведении покадрового исследования с синим фильтром можно увидеть, как здесь перемещаются материалы. Две планеты размером с Землю могли бы поместиться в большом красном пятне бок о бок. Мощное магнитное поле Юпитера влияет на солнечный ветер, состоящий из частиц высокой энергии. Когда частицы взаимодействуют с магнитным полем, возникает обычная ударная волна, похожая на волну в передней части движущейся лодки. А частицы солнечного ветра отклоняются вокруг поля и также попадают в ловушку внутри самого магнитного поля. Хотя у Юпитера нет железного ядра, как у Земли, водород глубоко внутри Юпитера, вероятно, жижен и действует как металл. У Юпитера есть 16 известных естественных спутников. 7 ближайших к Юпитеру планет постоянно подвергаются бомбардировке высокоэнергетическими частицами солнечного ветра. Иоу — самый близкий и завораживающий спутник Юпитера. По мере движения Иоу по своей орбите, взаимодействие с захваченными частицами создает огромное кольцо из них.
И в результате движения Ио по этому кольцу генерируется невероятно мощный электрический ток, который протекает между планетой и ее луной. Эта электрическая энергия может быть одной из причин вулканической активности на Ио. Вот здесь из вулкана вырывается столб расплавленной серы, газа и обломков горных пород. На Ио было обнаружено множество действующих вулканов, это первый вулкан, когда-либо виденный вдали от Земли. Как и Ио, Европа была одной из четырех лун Юпитера, открытых астрономами, когда впервые был изобретен телескоп. Они называются Галилеевыми лунами, потому что Галилей был тем астрономом, который их открыл. Ганимед также является одной из лун, которые видел Галилей. По размерам она больше планеты Меркурий. Каллисто, как и Ио, несколько крупнее нашей Луны, но меньше Меркурия. Космические зонды Юпитера выявили одну особенность, которую никто не видел с Земли. Это кольца Юпитера. Тонкие кольца оранжевого цвета, состоящие из полевидных частиц, начинаются примерно на высоте 126 километров или около 75 миль над планетой, и простираются вплоть до самой планеты. До тех пор, пока планетарные зонды не позволили нам внимательно изучить Юпитер, считалось, что единственной планетой с кольцами в Солнечной системе была планета Юпитер. Шестое место от Солнца – Сатурн. Сатурн находится примерно в 9,5 раз дальше от Солнца, чем Земля. Кольца отходят от планеты, которая почти в 8 раз больше Земли в диаметре. Сатурн – вторая по величине планета в мире. Сатурн совершает один полный оборот вокруг своей оси примерно за 10 часов и один оборот вокруг Солнца примерно за 30 лет. Как и Юпитер, он в основном состоит из водорода и гелия и имеет полосы, но наиболее заметной его особенностью являются кольца. Хотя наблюдения с Земли показали наличие только трех основных колец, зонды Сатурна обнаружили одно кольцо в глубине и три кольца еще дальше. Кажется, что главные кольца состоят из тысяч отдельных колечек. Ширина главных колец составляет более 40 миль, а ширина – около 60 километров. Основным веществом, из которого состоят кольца, по-видимому, является водяной лед, хотя к нему, вероятно, примешаны пыль и камни. Размеры частиц варьируются от крошечных булавочных головок до блоков размером с большой дом. Путешествие Voyager к Сатурну показало нам кое-что о кольцах, чего никто никогда раньше не видел. Темные линии материала, называемые спицами, по-видимому, образованы частицами пыли, взвешенными в магнитном поле Сатурна. У Сатурна насчитывается более 20 известных спутников. На них видны самые разнообразные поверхности, все изрытые кратерами, как у нашей собственной Луны. На всех телах нашей Солнечной системы, поверхность которых мы видели, видны следы многочисленных столкновений. Титан, самый большой из спутников Сатурна, является единственным спутником в Солнечной системе, обладающим значительной атмосферой. Мы можем только догадываться о его поверхности, потому что она скрыта смогом из химических веществ, образующихся в результате взаимодействия азота и метана в его атмосфере. Ландшафт может состоять из твердого метана, по которому текут реки жидкого метана, а метановый снег собирается в огромные сугробы. Космический зонд Voyager, который дал нам так много новой информации о Юпитере и Сатурне, также прошел мимо Сатурна к седьмой планете, расположенной в 19 раз дальше от Земли. Солнце, как и Земля, Уран. Уран совершает один оборот вокруг своей оси примерно за 11 часов и один оборот вокруг Солнца примерно за 84 года. Она примерно в 4 раза больше Земли в диаметре.
До тех пор, пока космический зонд не начал посылать обратно информацию об Уране, астрономы считали, что это газовый гигант, очень похожий на Юпитер и Сатурн. И такой же, как они, с кольцами, которые были обнаружены совсем недавно. Но теперь мы знаем гораздо больше об этой далекой планете. У нее есть пояса, но не такие, как у Юпитера и Сатурна. Похоже, что это пояса, образованные метаном, бледно-сине-зеленого цвета, и вся планета частично скрыта красновато-коричневым смогом. Планета вращается по своей орбите на боку, так что ее южный полюс в настоящее время обращен к Солнцу. Ее кольца совсем не похожи на кольца Сатурна, которые такие яркие и наполнены пылью и мельчайшими частицами. Кольца Урана состоят из кусков очень темного материала, возможно, метанового льда, потемневшего от радиации. Ученые полагают, что под атмосферой Урана может находиться глубокий океан, состоящий из горячей воды и аммиака, возможно, образовавшийся в результате столкновений с кометами миллиарды лет назад. Зонд обнаружил 10 новых спутников Урана, в результате чего их общее число возросло до 15, о поверхностях, которые можно увидеть в любой точке Солнечной системы. В 1986 году космический корабль Voyager пролетел мимо Урана и приступил к изучению восьмой планеты Солнечной системы, Нептуна, которая находится в 30 раз дальше от Солнца, чем Земля. Нептун совершает оборот вокруг своей оси один раз примерно за 18 часов и один оборот вокруг Солнца примерно за 165 лет. Диаметр Нептуна примерно в 4 раза больше диаметра Земли. Телескопические наблюдения с Земли показали наличие двух его спутников. Один из них больше планеты Меркурий и, возможно, имеет атмосферу. Атмосфера Нептуна, вероятно, такая же, как и у других гигантов. Последняя из известных планет Солнечной системы была открыта только в 20 веке. Плутон находится в среднем почти в 40 раз дальше от Солнца, чем Земля. Плутон немного меньше нашей Луны, совершает оборот вокруг своей оси примерно раз в 6 дней и обращается вокруг Солнца примерно раз в 248 лет. Плутон может состоять в основном из льда, возможно, метанового льда. Обнаружение крошечного пятнышка света, которое, казалось, двигалось среди звезд, помогло астрономам открыть Плутон в 1930 году. У Плутона есть одна известная нам Луна размером примерно в половину размера Плутона. Эта фотография подтвердила астрономам факт его существования. Это всего лишь выпуклость на размытом, улучшенном компьютером изображении. Плутон иногда движется внутри орбиты Нептуна. На самом деле, до начала 21 века Плутон будет находиться ближе к Солнцу, чем Нептун. Но на протяжении большей части своего огромного путешествия Плутон является самой удаленной из планет. А есть ли еще планеты за пределами Плутона? Эта информация может поступать с орбитальных обсерваторий и зондов дальнего космоса, которые расширяют наши быстро растущие знания о планетах Солнечной системы.